Я пропускаю как командующий, хотя и не генерал, конечно, и не маршал. Простой сержант. Мало. Я рожденный для добра человек. Должен как-то представиться моим современникам. Любовь с любовью, надежда с надеждой, прощалась несбыточная замуж. Отчаянными судьбами. Никто не знал размеров грядущего в ту ночь. Стою на зорях вечерних и утренних, заклинаю дорогой. Это? Что это? Отвечайте, что это? Ну так я тогда пошел в сторону, встал на колени и сказал. Мы ходили вокруг стога по семенам. Все свое детство я ходил по семенам. Они были у нас. Ноги.
Довольно. Это очень важно, я вам объясню. Вы лучше сразу расскажите о своем... Расстрелял. Перед расстрелом я спросил разрешение. У кого? У капитана Кравчины. Будете расстреляны? Скажу. Говорите. Обидел. Я рассердился. Вантом еще там кое-какие слова. Потом? Потом мы взяли вот это. Если вы были даже моим единственным сыном, все равно пойдете... А ты урод! А про семена вы хорошо говорили. Такая легкая. Вот нигде было так не родило, как там, где я. Ласточка, ласточка! Огни меня, огни меня!
говорить, мама. И видно, на 100 лет вперед. Ты, Иван! Топчи, и мы еще себя покажем. Поверь, мы... Маркса и Ленина. Изгнанный. Или ни одному его слову и презирали его как человеческий сор. Князь Святослав. Следующий класс. Er bitte Sie in den 18. Klassen anzugehen. Sehr gut. Gestatten Sie? Родный прямой славянин, он всегда предупреждал о своем походе. Хочу. И он увидел, что выхода как будто нет, он все же нашел для тебя и для дружины выход. Слово сложишь. Я выйду, я не сложу. Имени истории. Er sagt, dass es nur eine untere Stunde ist. Jetzt werden wir euch eine Stunde neue Geschichte teilen. Есть все комсомольцы. Неправда. Я не комсомолец. Вы не смеете так говорить. Ульяна Васильевна, Ульяна Васильевна. В
учиться, ладно? Вы не будете учиться, вы будете работать. Глупо учиться все. Наше село не то, что вы думаете. За годы советской власти здесь выросло много интеллигенции. Was hat er gesagt? Я сказал, что они не поедут в Германию. Er hat gesagt, dass sie nicht. Я сказал, что он может считать себя повешенным, а вы пониженным в чине. Слышишь? Переведи ему, мерзавец, точно! Смерти! А, не трудись! Это старая украинская смерть. Ульяна. И доктор обезобразил ее лицо до неузнаваемости чудовищными лишаями. Облит вас землю, и земля дрожит, и ворушится. И тянет. Вся Россия, грозно на тебя, вставай! Вперед, всего прилив, вставай!
действующих вместе с ними, приказываю плен не брать и не расстреливать. Пальчик дам за то, что якобы мы щадим свою кровь и жалея ваш. Свободной Советской Республикой или исчезнет и превратится навеки в Гитлера. Сплю, куда тянете? Живой! Клади назад! Иван с девчатами, а? Иван, заспевай мне. Это сохранение тысяч людей. Завтра мы потеряем приблизительно... Действуйте ножом, штыком, чем угодно, но ни единого выстрела, ни крика. Понял? Разрешите выполнять задание? Идите. Сержант Орлюк.
генерального командира дивизии, ругай его по матушке 5 километров. Виноват, товарищ генерал. Раненый парень, который мне потом помогал, лейтенант, он говорил, что он ваш сын. Солдат, выполняй свой долг. Вообще, я могу думать только хорошее. И сон мне приснился хороший. Счастье. Пишут, написать можно все. Счастье умереть. Господи. Ну, где ж ты тут, фашистская наволочь? Где? Приготовься за Родину. А где Орлюк? Ах, это ты, Орлюк. Запылает святый вечер. Давай вечерить. Садись, Иван, садитесь, дочки.
треском грозного советского оружия отступала гитлеровская Германия. Под Москвой, Сталинградом, Воронежем, Курском, Белгородом, Харьковом. Не видите? Руши и вишни. То мои. Остался один час. Забудьте на это время приказы, труд. И ночь. Поэтому не бойтесь великих слов. Стучиться к нему в грудь в эту ночь. Идите. Погружаемся мы. Это великая река. И хоть мосты все взорваны, если наше время пришло, значит, завещаем бессмертие.
Как ты себя чувствуешь? Чего? Хорошо. Жить хочу. Давайте. Вы думаете, нам удастся?
Ах, посмотрите, какой красавец! Вот смотрите, какие мускулы! Как он вошел! Ну как? Отправь, не мой, я его нарлю. Держа! Вечно открытая для всех, без стука в дверь, безможная, без...
исчезни с моей земли, превратись в хоромы, покройся железом, вырасти. Гвоздикой и доброй Сотни радовало мне, что я тебя несу. Тебя, Иваночка. О, Орлюк. Товарищ генерал, решите уже здесь пакет. Примерно хотели. Я не знаю, товарищ генерал. Но что-нибудь не такое, как было до войны. Нам хотелось. Я ли это? Неужели? Какой? На базаре была. Какой город забрали? Кто говорил? Стала Германия. Так они что? Партизаны. Да.
что сразу не вижу, что они мертвые, договорющие. Ой, не шатай. Чтоб вам бить сюда руку, чтоб вас королевляне приняли. Они там увидят дырки разве? Он многое увидит. Ульяна, товарищи, вы только посмотрите! Нет, вы только посмотрите! Священная война, пусть яро. Республик. Мы, Иван Демидович Орлюк и Ульяна Васильевна Рясна, и личного блага. Бессмертие народа и... Я не знал вас. Великое время подали вы друг другу.
личности. Гордиться будут нами, бояться будут нас. Войны, постигайте искусство жизни. Величайшие дела родить и воспитать не волка, а друга. В чоботах и не в серых шинелях являлись вы, девушки, в мечтах наших. И не цветы, а пламя пожаров и труп. Носили свои знамена. Многие никогда уже не вернутся домой. А кто под самым Берлином? В мировой войне неизмеримая советская душа. Грязи! Мы с женой сразу обратили на это внимание.
Шмидт, он Гедигер не так. Рационал. Я не фельдмаршал. Вы ошиблись. Вы бежали, маршал. О, дети Германии! А умельцы, какие таланты укрыли своими трупами землю на тысячи верст. Почему не научили ваших отцов прозрите хоть вы при свете горящих? Есть даже инвалидство от трусости и от горилки. Ей трудно, сынку. Так что поблагодари свою судьбу, да и кульгай себе деликатно. Счастье, счастье. Мама, здравствуйте. На площади. Чего? Тебя ожидает. Уже...
помню. Люди говорили... Спасите! Это же песня. Где же это он? Почему я не вижу его? Павел, отзови! Пожалей меня. Где ты бродишь, с другими гуляешь, чёрт? Со мною матери на старость. В чем мой закон? Я немощна и мала для страданий. Я не умею. И говорил я некрасиво, и шутил иногда неумно. Ты всегда над всем. По пощаде, трудности и прочее. Клятвенное было мое время. Шал. Какой не... Я говорил тебе не раз перед войной о своей жажде жизни. Да.
Люблю небо и воздух, которым ты дышишь. Милый мой. Милая моя. Я люблю. Снова с тобой самых основ жизни. Ты самый главный труд у нас. Ничтожно. Им не нужна роса. У них другое счастье. Посол солнца. Я помню. А сейчас не роса человеку, а крыша нужна. Не надо. Я всегда слаб тобой. Мы сон. Нет, нет. Ради. Иван. Какая древняя трава. Так же пахнет. Где же соль? Я думал, узнать. Ой, когда? Скажи, когда это было? Мы с тобой счастливы. Но нельзя же быть такими счастливыми. Ульяна Что? Нет, ничего, клянусь честью. Тот, как его, это же... Это что, это суд? Сегодня судится весь мир. Все народы. Что?
То, что здесь творилось, не повторится никогда. Это было время... Тарас тоже убил двух. Трех. Какой Тарас? А теперь, когда я вырасту, я буду Тарасова. Я хочу спасать раненых. Я милосердная сестра. Так, ты чего хочешь? Ты маленький. Сколько тебе лет? 13. Отца и батька убили. Сколько мне пропасть с детьми? Как вы? Никогда. Колхоз не дал погибнуть государству. Батька твой был великий человек. Он был организатор, голова колхоза. Это агент фашистской разведки Грибовский. Нет. Профессия. Учитель ранее. Где были при немцах? Клянусь, нигде. Здесь.
Так как-то сразу трудно сказать, да или нет. Вы спросите людей. Вы бежали из концлагеря? Да. Вы заражали часов? Я не свидетель. Расстреляны. Вы были расстреляны? Была. Работаем. На удивление всему миру. Только не надо. Подсудимый Шредер, скажите, входило ли в планы вашего правительства уничтожить? Вы состоите на службе. Немецкой, французской. Подсудимый, подайте название разведок на записке. Убийца ты, жестокосердый изверг, как носит тебя? Юрвите, Ницше сказал, война вечна и нравственна. На основе какого учения вы действовали? Бабки бросаю! Опять Куроманов! Шесть танков подбил! Кто? Thank you.
Это лучшие сыны нашего народа, для которых нет ничего в мире выше защиты отечества. Не знаю. По-моему, это гитара. Если так, тогда так. Апанаса вашего, извините, тетушка, уже нет. Нет Апанаса. И Лука. Так я тогда вторую. Горит! Я бегом по окопу. Бегу, бегу. Третью уже через. Слабенький гус, что ли? А сатана ее знает! Ну, батько, а то война! Народное дело! Тут уже кому какое... Отдохни от повседневного, обыденного.
Всегда будем говорить: слава тебе, слава. Тайны жизни на тебе, тайны нашей человеческой. Ведь мы по существу отстояли все прошлые столетия. Вот в этом вот право больше смысла, чем во всей фашистской истории.